Значит, что мы делали в прошлый раз? Значит, мы с вами обсуждали, я напомню, вкратце, обсуждали с вами группу дебиторов на контекстном многовой базе. Значит, это такие дебиторы, такая формальная сумма с числовыми коэффициентами, нам понадобится, я думаю, кроме всего этого заключения, не понадобится неприводимых аналитических гиперповерхностей. Единственное, что мы требуем, чтобы эта сумма была квадратно конечной. То есть, значит, у каждой точки есть такая ответственность, через которую проходит просто конечное количество этих гиперповерхностей. Значит, это, естественно, как у нас нормальная сумма, это у нас аддитивная группа. Дальше мы с вами смотрели, значит, на такую штуку, что для функции можно определить ее, то есть можно определить порядок функций относительно гиперповерхности. Это что значит? Это значит, что если у вас есть какая-то точка, значит, и гиперповерхность в данном уравнении равна нулю, то в локальном коэффициенте нужно представить вот а соответственно, тогда мы можем определить такую структуру, как дивизор мерноморфный вкус. Если отсюда, сюда, то мы должны брать
покупать локальные уравнения в итах, выводить их в степень, а итах пинать и получать, значит, следующие фазы. А обратно, ну как, значит, у вас есть порядок альфа вдоль В, в силу вот, вот этого он равен порядку F бета вдоль В, поэтому вы когда влияете дивизоркой, всегда так выделяется, что через эту функцию, что через эту функцию. Вы можете функцию изменить, она... Ну, что вообще элемент фактора, это просто эквивалент. Представители, они отличаются на что? Они отличаются на элементы. Учитывая то, что мы пишем мультипликативные записи, нет здесь и написано. То есть в аддитивной записи это было более привычно, было написано, что разность этих штук это элементы сюда. Там минус в. Не, это остатки чего-то там, чего-то доисторического. Вот, значит, ясно, что это. Вот не просто нравится, как множество, это изоморфизм групп. Я это в прошлый раз, по-моему, не сказал, но это факт. А почему? Ну, потому что если вы здесь добавляете, да, значит, у вас тогда просто соответствующий уровень, она возводится в степень, которая равна сумме коэффициента здесь. Мультипликативные записи это следующая штука. Вот дальше мы смотрим на Пифагора, это значит линейный головок не растворится, класс эквивалентности. Класс эквивалентности линейных головок не растворится. Значит, это значит, группа относительно тендерного умножения. То есть у вас при тендерном умножении этих слоев равно умножаются, но 1 умножить на 1 это 1. Вот, значит, обратный элемент сопряженный. Мы построим это выражение из группы дивизоров в группу Пикар. Значит, как это дело? Значит, делать это достаточно просто. Значит, у вас, значит, здесь мы пользуемся отождествлением с глобальными системами этого фактора пучка. Значит, у нас есть покрытие и вот эти вот элементы. Да. Значит, мы им поставляем расслоение следующим образом. Как мы обсуждали много раз, расслоение определяется с следующими циклами. Значит, мы определим их тогда, значит, вот так вот. То есть эта штука у нас в аппарат, не обращающаяся в ноль, головная функция на пересечении. В прошлый раз проверили, что все свойства стрелочного цикла у таких штук есть. Значит, у нас дивизионный тест составляется разделение, которое обозначается вот так вот, значит, там менее отстояние стороны вовле. Я не помню, сказал я в прошлый раз, но это гнулось. У нас это так, но достаточно дегубить, потому что, значит, сумма у вас будет отвечать здесь произведение соответствующих F-альфа и F-альфа. F-альфа штифнус, да, вот же альфа-бета, это будет просто
произведения цифровой класс, значит, тенденда умножения на следующий картинку, как это класс умножения следующей картинки. Поэтому, значит, это чистая фаза. Вот, дальше, значит, мы успели обсудить такой вопрос, когда у нас еще стремится рядом. Значит, мы с вами доказали, что тогда когда D в большом ну, значит, что у нас все вот эти самые коэффициенты больше равны нулю. Значит, мы безумно называем их типы. Вот, значит, так как это гомоморфизм, то тогда понятно, как понять, при каких условиях разные дивизоры дают одно и то же расслоение. Да, то есть здесь у нас D равно D, это будет обозначать, что, значит, раз мы А, да, это вы видите, то есть мы с вами в прошлый раз это... Сейчас. Да. Сейчас. А глупость говорю. Это должен быть главный дивизор. И говорит на тому, что на главный дивизор. Значит, а почему? Да, давайте посмотрим это. Ну, потому что если это главный дивизор, тогда все эти файфармы, они равны F, тогда здесь все эти схемочки, это будет единица. А наоборот, ну, это, да, это рассуждение, которое мы в прошлый раз сделали, надо написать просто условия того, что у нас циклы, а не терминологичные силочные циклы единицы, и тогда мы найти все эти F-альфа-скрутикации, мы склеились в одну половину. Так, значит, а тогда это будет так, если... А почему это не морфия? Потому что она вот такая штука. Ну потому что это, смотрите, когда вы берете сумму дивизоров, на вот этом дивизоре у вас просто складывается коэффициент. На вот этом языке это отвечает там тому, что вы перемножаете соответствующие функции. Потому что вот эти штуки у вас, это локальные уравнения соответствующей степени от вот этих штук. То есть, как бы, если у вас и там, и там эта штука уже была, там у вас сложность степени, но если не было, ну как там, ну понятно, да, значит, а так как мы строим следующий цикл так, то вот это дело. Значит, из этого тогда ясно, что это будет тогда и только тогда, когда у нас D, значит, D шрифт равно D плюс какой-то F. Значит, такую ситуацию мы называем там D шрифт линейный эквивалент на D. Значит,
если мы смотрим на это как на точность пучков мультипликативных групп, то что соответственность точно, я думаю, сомнений не вызывает, а дальше надо написать просто соответствующий кусочек соответствующей последовательности в уголовке. Функциями на M умножить на
нероморфная. На вот. Значит, значит, сейчас вопрос. Хочу ли я там? Ну, смотрите, я на самом деле могу там писать, я могу нажать и на m со звездочкой, учитывая, что можно в функциях обращения в 0 10, неважно. Вот, значит, локально это будет, значит, вот, что у нас теперь вот эти координаты в координаты сечения в базисе, они будут мироморфными функциями. Вот. Но они будут по-прежнему связаны вот с этим же самым соотношением. Значит, что здесь важно? Важно то, что у нас имеющий цикл это голограммная функция на течение, которое не обращается в ноль. Это значит, что если мы были, значит, в случае просто функции одной переменной, что у S, альфа и у S, бета совпадали бы и нули, и полюса. Не возложить лишь в сути одну сторону от А. И вы их не перепутаете. Хорошо. Вот сечение О над альфа лежит вот так. А сечение О от Н над альфа лежит так. Ну как, но вы первый раз столкнулись с теми, что у вас в математике непоследовательное обозначение. То есть, когда вы умножаете на вот такую штуку, значит, вы не приобретаете никаких полюсов, потому что она была можно, не приобретаете никаких нулей, потому что эта штука не обращается в ноль. Поэтому, соответственно, у вас на самом деле у вот этих вот функций и порядок относительно любой аналитической гиперболизности будет один и тот же. Поэтому в силу всего этого можно взять и определить порядок у сечения мироморфного вдоль аналитической гиперполярности как вот такую штуку через, значит, у нас что дело в это, но там пересекаться с соответствующей штукой. То есть если вы хотите найти порядок у мироморфного сечения относительно аналитической гиперполярности, что нужно сделать? Нужно взять покрытие, взять такую штуку из покрытия, которая пересекает СВ, взять соответствующую локальную координату, взять ее порядок, то есть от ее выбора ничего не зависит. Соответственно, тогда у нас внизу сечи.
тогда возникает такая ситуация. Вот, потому что у меня есть D, какой-то дивизор. Да? Вот. Я по нему построил вот этот самый D, значит, он диагональных уравнений FA. Значит, я по нему построил дивизор. То есть я по нему взял и построил ассоциированное изменение расстояния. Да, значит, его среди общих расстояний по одному слову не могу. Вот, давайте я перепишу это в слова. Смотрите, я тогда могу взять и интерпретировать это просто как задание некоторого глобального миноморфного сечения. Как вы сказали? Вот смотрите, это F-A, это сечение. Ну смотрите, вот у меня сечение у расстояния со скрепочной концепцией G-A-F-A, это такой набор мироморфным функциям удовлетворяет вот такую штуку. Ну, аккуратно. Ну, как на пересечениях квадратов. И у меня здесь есть в точности набор мироморфных функций, удовлетворяющих вот такому вот соотношению. Да, поэтому, значит, у меня, значит, Wi-Fi, да? Значит, у меня вот эта компания G-A-F-A окружает.
Но смотри, я могу на самом деле интерпретировать вот, что я в каждом из УАЛИХа, соответствующие САЛИХа, я локально там в точке предлагаю на неприводимые множество, они там входят в курс здесь вот ровно те штуки, которые определяются у вас условием, что каждый из неприводимых, если обращается вновь, с вносителем, который есть степень. Это разложение F альфа, V это те мегабайты, которые сдаются. Да, поэтому у вас вот эта штука, это и будет D. То есть, смотрите, это, значит, первое, значит, интересное утверждение, что у главноксного линейного расслоения, ассоциированного с дивизором D, есть глобальное мировое сечение, дивизор которого равен D. Значит, вот у альфа с D, оно как связано? Ну как, мы уже обсуждали, что мы D можем его интерпретировать как глобальное сечение вот от этой штуки. Да. А что такое? Это значит, у нас какое-то покрытие у альфа и такие функции F альфа, что на этих сечениях, значит, их отношения это голоморфные функции. Ну, а вот если D было записано как вот сумма порядков умножить на V, вот те V, которые там были, они как связаны с вами. Нужно делать вот что. Мы обсуждали, смотрите, вот эти вот эти самые V. Да? Они локально записываются какими-то уравнениями. Берете такие адекватные множества, что у них там первое V, оно записывается уравнением. То же самое делаете там с сенсором, пересекаете их все. Вот у вас есть, значит, покрытие, в каждом из которых все вот эти самые штуки из лицо они записывают по локальному уравнению. Теперь вот вы в альфа, f альфа пишете так, вы берете локальное уравнение каждого из вылитых, да, возводите его в степень, которую множите, и умножаете. Все, понятно. А сейчас мы делаем ровно обратно. Ни в каком смысле, да. Ты можешь сейчас можете сейчас объяснить, почему дивизор S D? Ну, потому что, смотрите, вот на самом деле вот в этой самой штуке еще раз одна, она значит что? Вы берете точку, вы этот порядок, вы ее придете в какой-то точке, берете локальное кольцо. Вот это самое пальцы, вы раскладываете в ножки. И берете степень соответствующих штук умножить на гиперповерхность за соответствующих штук. Да, как бы. Но вас находит туда ровно вот эта штука. Значит, давайте я. Напишу, значит, тогда, что значит, у нас рассказал, что значит, вот и с предыдущим утверждением есть этот
повторяет такое следствие, что у вас, чтобы линейное было ассоциировано с каким-то дивизором, это следствие, что у него обязательно есть глобальный рамочный сечи. А если вот его нет, ну, значит, оно не может быть ассоциировано с каким-нибудь дивизором. Да, расслоение. А и пусть у него есть личность, какое-то, значит, есть такая полезная штука,
эль красивый адрес. Кто в нем живет? Кто в этой ночи живет? Это такие мироморфные функции, такие, что у нас дивизор F плюс D, он у нас эффективен. Да. Что это значит? Вот, это значит следующая штука, что если у вас в дивизор D используется положительный коэффициент каким-то там N гиперповерхности, то F на этой гиперповерхности может иметь скорость порядка до A включительно. А если D входит у нас с каким-нибудь коэффициентом отрицательным, там минус N, то это значит, что наша F должна иметь на этой гиперповерхности 0 порядка не менее F. Опять смотрите, вот я, давайте я возьму, значит, мы уже знаем, что главное дивизора. Мы еще вообще даже не говорили, что такое степень дивизора, кстати. Ну, с этим не скажем. Значит, давайте я теперь сделаю вот что. Вот, значит, у меня есть D, я у него возьму соответствующее линейное распорение и возьму там, значит, сечение S0, это вот ровно то сечение, у которого дивизор будет совпадать с D. А теперь смотрите, вот я возьму теперь функцию, которая у меня из A от D. Я умножу ее на S0. Что это у меня такое будет? Если вы сечение умножаете на функцию, то ответ что? Сечение. Это хорошо. Знаете, вот в Бауманке там, когда иногда не совсем плохо, надо было спрашивать вопрос, потому что вот интеграл там от функции от А и ДБ, это там что? Там А число, Б функция, Г треугольник, Д множество из трех элементов. Да? Ну, когда сейчас отвечает по тем, что множество из трех элементов, надо знать правду. Хорошо, значит, значит, если сечение умножить на функцию, то значит, это сечение, а не множество из трех элементов. Хорошо. А какое это сечение гломорфное? А почему оно гломорфное? Функция хорошая. А потому что дивизор F, потому что, значит, вот у вас, значит, дивизор хорошей штуки, значит, это, значит, это плюс это, а это у нас, значит, поэтому у нас оказывается, что вот эта штука, это глобальное голоморфное сечение, значит, от вот такого вот распорядка. Что у нас получилось? У нас были вот такие функции, да, значит, с помощью, значит, на самом деле, с оттенком умножения, с помощью умножения на S0, да, я отправил, значит, вот сюда. Вопрос, а получим ли мы при этом любое голоморфное течение этого расслоения?
Ну, смотрите, вообще, конечно, сечение расстояния делить нельзя, да, но если у вас линейное расстояние, то можно, да, значит, у вас есть вот это самое сечение, давайте я его разделю на S0. Результат, это будет что? Результат, это будет функция, во-первых, да, функция. Она какая будет? Мироморфная. А давайте сейчас будем мы себя нажать здесь. Сейчас, почему это будет функция? Потому что у вас из-за того, что вектор на пространстве размерности 1 будет два вектора пропорционально. Это правда. Это правда, да. Поэтому если вы разделите один вектор на другой вектор, обычно это бессмысленно, там одномерно будет результат, это число. Да, значит, если вы сделаете это в каждом слое, на каждой точке, у вас в каждой точке будет число, значит, у вас будет функция какая-то. Хорошо. Дальше как, если вы напишите их в локальном базисе, да, каждый из них, значит, это у нас будет какая-то мироморфная функция на этом базисе, но это на самом деле отношение двух мироморфных функций, это мироморфная функция. Да. Вопрос, а что у них будет с дивизором? Видимо, разность. Да. Ну, значит, что за да, будет. Вот смотрите, значит, это же у нас, то есть, с одной стороны, это у нас вот, вот это. Да. А с другой стороны, с другой стороны у нас эта штука головоносная. Поэтому, значит, эта штука должна быть больше программной, поэтому, значит, она живет здесь. Отображается, что у нас
можно так вот по рабочей крестьянски считать через связанность, можно по еще более рабочей крестьянски сказать, что это вот так, и конструктивно не считать это вообще, потому что конструктивно что не посчитать. Вот. А вот вопрос... Не зависит. Как же это так? Потому что вообще это, конечно же, у нас там два формы со значениями в одномерных слове. Но из-за того, что растворение у нас линейное... Если вы тендер именно проинтерпретируете как два формы там с коэффициентами двух слоев, да. То есть, но тендеримовая эта тендер, она нужна два формы, да. То есть надо как-то там. Это кривизна связанности на пол. А мы довольно связаны? Да. И сейчас, и что вы сказали? Важно вот что, что когмологический класс вот этой формы, он не зависит от выбора связанности. Да, хорошо. И вы напомните, что вот то отображение нынешнее. Это тот, чем мы закончили прошлый семестр, когда же сделал явно это ужасное вычисление в когмологиях Чехова. Да, я не помню. Значит, что у нас там с черным первым? Это первое движение, чем это в другом месте, а у нас движение. Вот, я тогда показал долгую сказку про пекинское, про нашей нанкинское, про движение сложности русской транскрипции. Вот, но мы сейчас вот здесь нет. Ленин там чего делает? Что? Он делает следующее. Он берет ваше расстояние, которое вы интерпретируете как элемент отсюда. Потому что сыскливые щекотыклы, да, они отвечают нам элемент из первых экономических центров единиц. Вот у вас вот эта длинная точная последовательность, это короткая точная последовательность, да, это длинная точная последовательность, как в экономологии есть повышающий гомологизм. Он из первых экономологии этого прыгает во вторых экономологии здесь. Ну, а теоретически вкладывается в вещи, да, и вот это вот ровно вот это что. Вот эта штука, это что? Умножение на что-то на что? Ну вот это же у вас гармонический класс здесь. Мы умножаем на него. Почему? Ну деньги, что? Как где гомоморфизм? Классный класс. Гомоморфизм кушает растение и выдает. Да, это понятно. Гомоморфизм класс. Вот он. В смысле, по-любому слоение выдает один и тот же класс. Почему один и тот же? Представляешь, такое положение какая? Она записывается вот этим вот повышающим гомоморфизмом в той же последовательности. А я не понимаю, какой гомоморфизм? Что делать гомоморфизм? Связывающий гомоморфизм. Это связывающий С1, что делать? Вот это поделал. С1 это компоненция этого интересного вложения. Хорошо. Ну, видите, диаграмму. Ну, вы же как приличный человек, если видите диаграмму, сразу же должны думать, что она коммутативная. Ну хорошо, но может у нас было какое-то внимание к стенам пошло. В чем вопрос сейчас? Вот пусть у меня есть расслоение, которое определяется дивизор. Я хочу взять и понять, как устроить два движения внутреннего заданного дивизора. Да. Значит, смотрите, давайте мы заметим, что у нас вот эта группа, так ведь, а С1 на самом деле у нас гомоморфизм. Почему? Потому что мы знаем, что там С1 начинается, я не умножить на 2, это будет просто, значит, у нас
кухне, в самом простейшем случае. Да. А отображение, которое у нас D в таблице, это у нас тоже у нас гомоморфизм групп. А ZC1 на D не будет просто на D? ZC1 на D не будет просто на D по точности, как я называю? ZC1 на D это D? Да. Нет. Это будет 82 по Анкаре. Мы будем долго мучиться считать. Сейчас. Это другая точная подсветка. Да, это другая точная подсветка. Хорошо. Значит, вот утверждение следующее, что вот у нас, точнее так, вот смотрите, вот если не еще какая-то, значит, аналитическая гиперповерхность, то тогда Е составляет двойственный по планкаре класс в лобах. Это значит чего? Это значит вот чего. Это значит, что если я возьму интеграл от n, значит, от всего у нас n, от вот этой самой штуки, умноженной на какую-то форму, я не хочу использовать омегу, это не то же самое, что интеграл по v от сигма. Соответственно, значит, если у меня, значит, размерность n комплексная, значит, у меня n, значит, а размерность v комплексная у меня k, тогда, соответственно, в этой форме у меня сигма должна быть форма, значит, на n степени 2k, а, соответственно, класс, он должен быть у меня степени 2n плюс 2k. Значит, топология нам говорит, что такая штука есть. Значит, а тогда я дивизору d, значит, вот если у меня d, значит, у меня просто, значит, сумма а интерх на d и t, я ему поставляю эту форму этого d, которая у меня просто, значит, будет сумма аитых от класса двойственных вылитов. Значит, вот утверждение заключается в том, что тогда это что у нас? Значит, у нас
Значит, надо доказать, значит, что у нас и поделить на 2π интеграл от призмы на силу будет равняться у нас интегралу v от силы. Взять и посчитать тогда форму кривизны. Мы ее когда-то считали. У кого есть записи с прошлой сессии? Есть, есть. Ну, мы считали для расследования вообще, но мы можем сейчас быть рано, но все время тратить. Тогда эта формула
это на самом деле это прекрасная форма. Вот смотрите, это D с чертой от DH поделить на H. Это на самом деле у меня D с чертой D название логарифма H квадрате. Вот кто это. Задать локально мою V некоторым уравнением. Да, значит, вот у меня есть вот это самое V. Пусть оно задается локально в какой-то там окрестности. Оно задается, значит, у меня F равно. Дальше я хочу сделать вот, что я хочу тогда взять соответствующее сечение. Вы вспомните, мы сечение у среднего стыдного D брали так, что его локальное уравнение, оно сдавалось в точности этим самым. Значит, у нас там, ну, давайте двигаться, что там, вот, давайте мы снимем серию, символизующую окрестность Y. Мы можем сказать, что она настолько маленькая, что у нас локально V там дается уравнение. Да? Тогда давайте я возьму то самое волшебное... Почему мы пишем, что H равно S умножить на S? Ну смотрите, потому что в общем случае это матрица Грауна. А у нас линия линейная. Поэтому у нас S я возьму просто F альфа умножить на E альфа. Это важно, что мне нужно сечение, в котором внутри это самое F альфа болтается. Вот. И тогда, значит, у меня будет такая штука. Значит, смотрите, я пишу интеграл, значит, по у альфа. А дальше я сделаю что? Смотрите, давайте я выкину из него трубчатую окрестность. Я выкину из него множество таких, значит, точек, где у меня f альфа по модулю меньше, чем эпсилон. И здесь я возьму, значит, F на сигма. Тогда эта штука, она у меня будет, значит, чем? Она у меня будет тогда, значит, вот, давайте вот это множество, я назову его у альфа эпсилон, чтобы мне поставить какую-то сумму, какую-то сумму. Значит, здесь у меня тогда, значит, будет, что у меня, значит, здесь тогда будет, значит, D с чертой, D, логарифм. Значит, смотрите, здесь это будет у меня логарифм от f альфа и альфа в квадрате на что? Вот, я здесь что-то. А ну, потому что я ошибся. Все на 2 альфа вот это закончится. Ну это эпсилон, я вот всю вот эту штуку, у альфа минус вот эту самую трубку, я позвал альфа эпсилон. Значит, мне нужно будет брать, значит, во всем этом предел, когда эпсилон будет к нулю. Теперь смотрите, значит, я хочу использовать формулу Стокса. Поэтому я хочу сделать следующее. Смотрите, я хочу
записать вот эту самую штуку как D на чего-то там. На этот случай есть такая полезная штука. Я пишу на всю бумажку. Очень правильная формула. Я хочу написать, что это значит. Это значит у меня минус 2 dc. Где у меня dc? Поэтому останется минус d логарифм.
А от этого точно так же останется плюс d чехтой в лагерне с чехтой. А с этой штукой, на самом деле не хочу даже Почему я не хочу ей заморачиваться? Вот почему. Потому что я альфа у меня это ограниченная штука, и альфа это тоже ограниченная штука. Но вот это все одно у меня ограничено, и поэтому интеграл от нее он стремится в ноль, значит, когда стремится к нулю. Мне нужно за клином нужно следить вот этой вот штуки. А дальше надо заметить, что это такая штука. Смотрите, вот это сопряженное от этого. А и факт у меня на самом... Сейчас, да. Поэтому можно считать, что у меня это на самом деле... Я от сопряженного отнимаю минус число. Это означает, что у меня получается минус две мнимых части. Спамите. Значит, вот это, если я приду вот этим членом, это значит, что у меня i на 4pi на минус 2 и на мнимую часть еще, значит, от d логарифма. Да, мне это тоже пугает. Вы не волнуйтесь. Сейчас. Давайте теперь мы доблестно поймем, что мы здесь не так загрузили. Значит, 2pi, а тут еще, значит, 2pi и 2pi 1. Накрылись и на и минус единица, и еще минус, значит, множество у нас исчезло. Мне это удивляет, но посмотрим дальше. Значит, здесь, значит, у нас предел, значит, от вот этого самого интеграла по альфа пересеченного с альфа равно эпсилон. А дальше у нас, значит, тут остается d логарифм f альфа, а, что еще нужно к этому мнимую часть всунуть, да, значит, мнимая часть от, значит, d логарифма f альфа на силу. Сейчас, значит, подождите, вот тут мы ставим всего d, чтобы стремиться к нулю. Да, по этой интегралу мы его не сразу. Потому что она ограничена. По исчезающему шарику, которому он прилетает, такому полигонскому диску. А шарик, он что, этот модуль он фиксирован или что? Ну, это сечение, оно, ну как, у него же норма не взрывается. Оно же гладкое. А что F-альфа F-альфа у нас как раз на восстановке обращается в ноль. А F-альфа это для базы. Поэтому логарифмы F-альфа с ним-то как раз плохо. Сейчас, F-альфа это что это? Может для базы справляться? Да, это написано в курсе. Да. А теперь что? Еще вопрос. Получается мнимая часть там d с чертой, тут d. Ну потому что вот это сопряженное к этому. Все, хорошо. А дальше нужно делать что? Нужно взять и ввести. Но все-таки модуль фактор. Штук. Да, модуль, да, модуль. Это я дозирую. А теперь что? А теперь нужно взять и сделать следующее. Нужно ввести... Давайте мы введем локальные координаты. Сейчас у нас главное, что
оправдывается. Значит, я хочу ввести локальные координаты, такие, что у меня W1, это у меня F альфа, а все остальные трансверсальные. Вот, тогда что у нас получится? Значит, я тогда занят здесь такой штукой. Значит, у меня тогда здесь... Почему он думает, что это их? Значит, их это один. Не первая координата, она вот такая. Да? Значит, у меня тогда, значит, прибыль, когда эпсилон стремится к нулю, здесь, значит, множество, значит, когда первая координата равна эпсилону, а здесь у меня, значит, соответственно, dw1 поделить на w, и на вот эту самую сильную сейчас, да. А теперь смотрите, в сигме то, что содержало в себе DW1, оно, конечно, умерло. Так ведь. Вот. А это не страшно, потому что, смотрите, этот интеграл тогда можно посчитать с помощью вычетов. Так, это будет не суть. Вычет у одной дубль в этой. 2π просто, да. Значит, у меня... Мнимая часть, да, она где-то здесь болтается все еще, да. У меня тогда что будет? У меня выйдет здесь... что мне выйдет? Мне получится, значит, 2π. А здесь будет стоять интеграл, значит... У альфа, когда v1 равно нулю, это просто у альфа тысяча умножить с v. А здесь останется сигма, где я положу w1 равный нулю, это в точности ограничение всей сигмы на v. Вот. У нас сошлось не совсем. Можно вопрос? А, да. Почему там обычно для... Ну потому что если f альфа это w1, да. то там ничего уже не будет больше. Да. Угу. А у меня даже потерялось i. Оно где-то погибло. Потому что на самом деле нам должно было выйти, что вот это по m должно было выйти, соответственно, до i на 2π, где должно быть 2π делить на i интеграла по v. Ну, где-то вот при каких-то манипуляциях она погибла, ну, значит, желающие восстановить. Так, ну, тут, говорится, и 7 часов, так что тут сказать 5 конец. Найдите ошибки, я установлю. Ну, на сегодня все.